Привет всем моим друзьям, которые говорят на русском. Так как сегодня у меня будет встреча моей коллегой с Германии, то хотим дать информацию тоже на русском, потому что все-таки есть много у меня друзей, и у всех есть друзья, которые говорят только на русском, и потому будем говорить на русском. Я буду подождать мою коллегу, чтобы я могу его присоединить, но мне надо ее сначала увидеть. Посмотрим. Разговор будет насчет нашего движения Ubuntu, которое на данный момент открывается новый алгоритм с Германией. Так как, наверное, я думаю, это будет многим очень интересно, потому что это будет совсем новая платформа, новый алгоритм, который только что начинает работать, и это будет выгодно тем, которым интересует действительно дополнительный доход. Потому что здесь я тебя не вижу, но неужели не получится? Не могу поверить. Так, посмотрим. Валда. Так. Окей, я думаю, что, может быть, получится. Да, получилось. Ну, наконец-то. Так хорошо. Ну, бывает. Две блоки и техника. Это ничего, это все хорошо. Ну, так. Ты меня слышишь, видишь? Да, очень хорошо вижу, все окей. Отлично, так, да, привет. Сегодня у меня гость опять, Валда с Германии. И хотим мы поговорить насчет новой платформы Ubuntu. И я хочу действительно, чтобы она рассказала, потому что она сегодня опять встретилась с лидером из Германии, и она нам может уже чуть-чуть больше сказать, чем я. Так что да, Валдочка, дай нам очень коротенькую информацию, пожалуйста. Да, спасибо. Я действительно сегодня встречалась с лидерами Германии. Я сама живу в Германии уже почти 30 лет, поэтому уже есть какие-то очень такие хорошие контакты. И ребята сейчас создали возможность каждому человеку, живущему, как говорится, в нашем мире, создать себе благополучие через подарки. Это уникальная возможность для нас каждого, потому что само Ubuntu началась такая тоже организация в виде, где люди друг другу дарят подарки. Она уже функциональна с 2009 года, и сейчас мы тоже реализуем такую возможность для каждого из нас, кто захочет участвовать, чтобы улучшить свое финансовое положение через подарки, то есть система очень простая. Мы не говорим о компании, не говорим о каком-то сетевом бизнесе, не говорим о том, что мы сейчас будем инвестировать где-нибудь, что-нибудь, но инструменты совершенно простые, доступны каждому человеку. Самый минимум, что нужно человеку, чтобы участвовать в этом математическом алгоритме, это иметь в кармане, меньше даже, чем 12 евро, да. Я перевожу на евро, потому что, поскольку мы развиваемся во всем мире, мы берем как эквивалент доллар. Пока берем доллар, 12,50, да. И таким образом, пользуясь этим математическим алгоритмом через подарочную систему, через нашу площадку, которая пустится уже на следующей неделе, то есть совсем-совсем близко, совсем скоро, мы сможем создать очень приличные финансовые возможности для каждого. Mm-hmm. Практически речь идет действительно об очень серьезных деньгах, да, то есть, если представить, каждый участник, если следовать нашему алгоритму, может создать себе капитал, на который можно будет приобрести даже недвижимость. Тебе упал телефон от удивления, что я тут рассказываю, да.
Понятно. Так что, ребята, движение очень уникально. Это социальное движение, где люди объединяются. Просто мы будем пользоваться инструментом, да, инструментом для того, чтобы понять, как работает алгоритм, что мы на каждом уровне имеем, что мы можем иметь. И для этого нужно совершить абсолютно простые действия, да. Но самое важное, самое интересное, что деньги поступают прямо на ваш банковский счет, или банковский счет, или какие-то кошельки. Мы сейчас уже учимся, уже пользуемся даже криптовалютами, кто еще не знает, кто еще учится, тоже будет возможность получить эти знания и пользоваться, как говорится, новыми возможностями. Потому что, ну, ничего не стоит на месте, наш мир меняется, и таким образом мы пользуемся новыми технологиями, которые сейчас уже доступны, и, конечно, у нас уже очень-очень опытные ребята, опытные люди, которые это все создали, и которыми мы сейчас будем, как говорится, содействовать, будем сотрудничать. И таким образом, конечно, все, кто сегодня нас смотрит, у кого есть интерес, пожалуйста, пишите нам. Мы будем сейчас...